Магазин «Бензо Электроинструмент», город Белгород, улица Щерса, 36. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о культиваторе фирмы «Магнус». К данному культиватору мы приобрели колеса отдельно, поставили их, и у нас, в принципе, получился неплохой мотоблок. При покупке данного культиватора колеса идут в подарок. Будет бесплатная заправка масла в двигатель и в редуктор. Сейчас я вам подробно расскажу о данной модели, мы его заведем, проверим, подключим адаптер и прокатимся. Рекомендованная розничная цена будет в описании под видео. Там же будут наши контакты и номера телефонов. Звоните, если что, можно будет сделать небольшую скидочку. Культиватор является бюджетным, тем не менее качество сборки и деталей на высоте. Как заявляет производитель, мощность двигателя данного аппарата 8 лошадиных сил. Четырехтактный тип двигателя OHV, гильзованный с воздушным охлаждением. 3600 оборотов в минуту. Объем двигателя 208 сантиметров кубических. Объем топливного бака 3,6 литра. Объем картера 0,6 литра. Ширина обработки 100 сантиметров. Глубина от 150 до 300 миллиметров. Вес культиватора 93 килограмма. Есть дополнительная прорезь на шкиве, как вал отбора мощности. И специальное посадочное место. То есть данному аппарату можно дополнительно приобрести роторную косилку, отвал или снегоуборщик. Данный культиватор имеет две скорости вперед, пониженную и повышенную. А также есть нейтральная и задний ход. А также хотелось бы отметить, что редуктор здесь идет чугунный, цепной. Колеса мы сюда поставили 400 на 8. К данному аппарату есть все расходные материалы, а также навесное оборудование. Плуги, распашники, окучники, грунтозацепы, гусиные лапки. В общем, в принципе, есть все. Сейчас я к данному культиватору подсоединю пахотно-ездовой адаптер. Заведем двигатель и попробуем прокатиться. Для того, чтобы запустить двигатель, необходимо залить масло в редуктор, залить масло в двигатель, а также наполнить масляную ванну воздушного фильтра. После добавим немного газа. Включим зажигание. В масляной ванне есть метка, заливаем именно по ней. Закрываем воздушную заслонку, а топливный кран остается открытым. После того, как двигатель запустился, приоткройте воздушную заслонку. Дайте поработать секунд 10 и откройте заслонку до конца. Далее включаем нужную нам передачу. Чтобы культиватор начал движение, необходимо выжмать сцепление. На ходу переключать скорости крайне не рекомендуется. Отпустили сцепление, культиватор остановился. Попробуем проехать чуть-чуть назад. Это не та скорость. Вот, теперь включили заднюю.
Вы знаете, за такую сумму это отличный культиватор. Увидеть вы его можете в нашем магазине, город Белгород, улица Щерса, 36. Всем спасибо за просмотр, удачных покупок!